Вот так, значит, сегодня у нас 21 октября. Решил позаботиться о своих книгах. Тут лежат они. Так, ну потом возьмешь себе. Юлия Николаевна, у меня вопрос тебе. Понимаешь, когда идет исследование какое-то, то люди начинают макетировать обстановку. Вот говорят, как у вас получилось так? А он отвечает, показывает, прямо это уже снимает. Ну, я зашел, а они обедали. Ну, значит, посаж, сколько человек сидело за столом, чтобы узнать, как это все было, как тебе подошла такая мысль. Так, ну, я подумал, если не сегодня, то завтра. Что ты подумал? Ну, у меня давно было желание посвататься за их дочку. И он дальше говорит, ну, и как, кому? Ну, я к кому? Вот это, ну... Отца-то нету здесь, а я вот к этим, которые близко к нему. И дальше, как это было так-то? Она на тебя глядеть не хотела, а теперь вдруг жена. Ты поняла? Мне хочется узнать, это вот мое детище. Как ты вот зашла и знала, что меня нету? Как ты решила еще здесь делать, перебирать-то? Расскажи мне. Нет, мне сказали, что тут не по порядку лежит. Игнатий... А кто сказал-то? Надя Дмуха говорит, в прошлом году Игнат Тихонович был недоволен. Каково? Это обман. Книгам как это я недоволен? Тоже порядком. Беспорядок. Это они взяли, принесли, опять спутали. Это другой разговор. Нет, собственно. Ну я не знаю как. Я решила навести порядок. А и как? Все. Как? Решила вот отсюда до сюда, вот эти сначала 12 томов и остальные дальше. И значит я решила так, с 1 по 7, а здесь с 8 по 12. И следующий тоже так же. Значит здесь идет 13 до то конца. Ты не знаешь, ты спросила бы, если Надя сказала. Она не знала. А зачем она это сказала-то тебе? Ну... Ну, она недовольна. А ты бы сказала, я не хозяйка перебирать книги. Ну, они как лежат... не хозяйка? А тогда я кто? Кто ты? Вот какое дело. То есть, да. Когда покупают, узнать. Но не перебирать. Об этом речи не было. Я, допустим, сказал тебе, у тебя ключ от дома запускать вот таких-то. А ты поняла так, что это окно заставить, а прорубить в этом месте. Я про это не говорил. Игнат Ильич, вопрос. Давай. Вы мне сказали, что ты книги не трогай, ну, а да. Ты только продавай. Вы мне этого не говорили. Ну я зачем говорю? Я не говорю, что водой их нельзя поливать, жечь нельзя. Да я же так понимаю, что нельзя. Игнат Ильич, ну вы мне не сказали, что ты не притрагивайся к книгам. Нет, притрагиваться можно, но вот этот вот так вот переставлять, вот так вот это нельзя. Я их не найду никогда. Ну, Они у меня в строжайшем порядке. Нельзя переместить даже. Ну вы об этом мне не сказали. Ну и так понятно. Те годы ты почему не покушала? Ну потому что не говорили об этом. И ты этого не делала? Я и не говорил. Не делала. Сколько лет тоже с книгами у меня здесь занимаешься? Много. Сколько? Как только они лежат, положили. Ну 14 лет? Да, 14 лет. И за 14 лет книги ты ни разу не переставляла? Никогда. Да, потому что я здесь. Но у меня только, нет, и вдруг решили переставлять. Только всех гоняла. А? Гоняла всех. Зачем? Ну, потому что брали, не ложили у нас. А кто брал? Как? Ты же никто не покупал. Как брали? Нет, Игнат Ильич, смотрели. Вот они лежат открыто. Я здесь нельзя смотреть, никому трогать. Эти книги на продажу смотрят, листают. Я сразу говорила, нельзя трогать книги. Нельзя. Ну, то ты же сама эти слова произнесла. Да. А сама начала мешать их. Ну, я ж не мешала. А я по порядку, по своему разложила. И все. Твой порядок. А ваш порядок я не знала. Так его не надо было менять. Простите меня. Не-не-не, я просто психологически хочу узнать, как это вам мысль пришла такая. Вот смотри, я тебе расскажу. Вот видишь, какой том? Первый, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый. Это в каком порядке лежат? Через одного, в нечетном. Нечетное. Да, да. Здесь счетное. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30. Все понятно. Знаете, понимаешь как? Я поэтому, даже когда свету нет, а кто-то приехал, я, значит, посчитал, ага, у меня на этом месте лежит это. Я знаю, это второй том. Это у меня четвертый. Здесь я не могу найти. И притом книги, так, здесь такой том, один другой. Здесь, ну, здесь тоже так же. Вот не, это по высоте, а не рядом. И я также делала по высоте. Знаете, Игнатий, извините меня, но вина ваша в том, что вы не сказали, что...
Книги не трогай. Нет, это... Книги у меня... Вот, у меня в ваши... мыслях не было так говорить. Ну, а я, у меня в мыслях не было, что я устроила вам беспорядок. Беспорядок? Потому что они лежали в порядке, ну, я пришел, я не могу найти. Игнат Тихонович, по-вашему, я сделала беспорядок, так. А по-моему, я делала так, как я поняла. Ну ладно, я хотел узнать, Игнат, это женская логика, вот я теперь узнал. То есть... Я сделала, как я считала, по порядку, и все. Понятно. Вот. А почему именно тут должны быть нечетные, а тут четные? Это я распоряжаюсь. Мне вопрос это задавать не надо. Почему? Я делаю, как мне удобно. Я хозяин. Мне интересно. А, еще раз объясняю, что здесь, если будут лежать как попало, подряд 18, а теперь здесь другие пойдут 19-20. Да. Тут нет, очень плохо. А здесь... У меня вот эти лежали. С первого по седьмого. Я объясняю, с восьмого. Я все поняла. Поняла, ваш, да? Да, поняла. То есть я пришел, у меня восьмого тома нету. Я посмотрел, крутил, а он вон там лежит. А я вам скажу, Игнат Тихонович, а я бы также тоже, не глядя, могла подойти, как я разложила, не глядя в темноте взять и подать. Не подать никогда. Подам. Вот этот восьмой том ты бы никогда не нашла, он лежал, он под теми. Ну это кто-то уже брал. Никто. Не как знаю. Это восьмой том бы взяли и вот сюда под низ подложили, этого быть не может. Это нереально. Я в субботу раскладывала, тоже я вам скажу, что это нереально. Интересно. Да. Я просто решил узнать женскую логику. В чем смысл? Я вам объясняю. Я, например, тоже, как вы говорите, мне бы сказали, я бы не глядя нашла любой том. Нет, нет. У меня нет, своя нет, логика. Это ты никогда бы не позволил. Почему? У тебя... Порядка-то никакого и не было. Восьмой том находится там. Ну, я и... вам еще раз объясняю, я так, этого вот не это делала. Вот это у меня лежало для показа. Вообще нету книги, я нигде стихов. Ну и что? Я ж... Если ее нет, где я возьму ее? Я, она поехала, я ее положил. Так. Приехал, нигде нету. Я так. Теперь, мне сегодня дали из другого дома. Ну, правильно. Поэтому ее и не было. Да, а кто ее взял, то куда? Откуда я знаю? Вот кто поэтому... положил, кто туда положил восьмой том? Когда я в субботу положила восьмой том вот сюда. Вот в чем и дело. У нас кто хочет, берет смело. И... Смело. А я объясню как. Это я примерно докладываю. Все уже. Идти. Надо, говоришь, муха. У нее есть это порядок навести. Она вышла и говорит, гулярку сломать. Угу. Она мешает. Я говорю, у нас нет, Игнат Тихонович, если бы все. Я знала, что так нельзя делать, я бы сроду бы не встала. Я просто узнать хотел. Ладно. Все.